Здравствуйте, с вами Фреймистер. Игра Dreamfall's Longest Journey. Мы закончили с вами на том, что китаец, эдакий торгаш мясный, сказал, даешь сюда бартер. Ну, в том смысле, что тебе нужна отмычка, самая обычная, но очень высоко ценящаяся в таких кварталах. Дай мне, пожалуйста, сказал он, маскирующее устройство для мобильника, вернее, программное обеспечение. Откуда он узнал, что оно у меня есть, это непонятно. Ты уже вернулась? Есть что-нибудь на обмен? Что-нибудь хорошее? Скажи еще раз, что ты... Посмотрим, что... Черт ты побери. Ты что-нибудь будешь покупать? Получается, лучшие что... Лучшие цены, гарантии. Ты, заходи, покупай. Лучший магазин Венеции. Дешево, лучшие качества. Made in China. Господи, заткнись. По всей видимости, я делаю это не совсем так. Нужно, кажется, позвонить, может быть? Зои, это ты? Ты нашла отмычку? Вроде того, но мне понадобится твоя помощь. Конечно, дорогая. Что тебе нужно? Я пытаюсь купить у продавца отмычку, но он говорит, что деньги ему не нужны. Ему нужен софт. Софт у меня есть. Что ему надо? Помнишь маскировку, которую ты мне дала? Ты можешь переслать мне копию, которая будет работать с другими мобилами? Такую нет. Я не стану раздавать ее, кому попало. Но у меня есть другая маскировка. Не такая мощная, как твоя, но все равно хорошая. Я шлю ее тебе, пока мы разговариваем. Уверена, когда он ее увидит, он тут же даст тебе все, что ты попросишь. Очень приятная штучка. Получила, спасибо, Лив, ты лучше всех. Именно так, солнышко. Удачи тебе. Созвонимся. Круто! Мы остались при своих. Вернее, очень умные создатели действительно решили сделать ощущение, что мы остались при своих. Люди, которые пишут сценарии к этим играм, мне кажется, они гении. Эта игра реально охренительно... Эй, про... Ди! Ходи сюда! Ди! Молчи. Заходи, уже вернулась? Есть что-нибудь на обмен? Что-нибудь хорошее? У меня есть как раз то, что тебе нужно. Это маленькая программка для мобилы, для любой мобилы. Она маскирует телефон так, что око и небо не могут его отследить. Интересно. Такую программу сложно найти. Ну-ка, ну-ка, покажи. Я перешлю. Очень хорошо. Просто очень хорошо. Отличная вещь. А где ты ее взяла? Я раньше такого не видел. Мои клиенты будут счастливы. Рада за них. Ну так что, по рукам? Да-да, по рукам. Вот тебе отмычка. Приятно вести с тобой дела. Очень приятно. Да, действительно круто. Есть мега-отмычечка. А вообще очень интересно ее заценить. Электронная отмычка хорошая штуковина. Я помню... Были такие в Fallout, а даже, возможно, в первом. Ну-ка. Очень-очень похоже. Да. Эдакий полуградусник, полуотвертка. То, что надо, то, что, так сказать, доктор подписал. Что же, тогда вперед взламывать. Блин, а что я говорил перед тем, как он меня прервал? А, точно. Про создателей игры, про сценаристов и таких вещей. Я хотел сказать, что, несмотря на то, что я слышал про эту игру, что, мол, по сравнению с первой не шибко, пока что я могу сказать, что, учитывая все те удовольствия от, как это сказать, графических, технических примочек, я в полнейшем восторге. Нет, серьезно. Мне абсолютно влом переключаться на что-либо другое. Я готов играть в это. Играть и играть и играть. А помните в сингулярности, если вы видели, конечно, я говорил о том, что с плохим настроением записывать не по кайфу. Так вот, эта игра, она создает мне настроение. Если самая ужасная погода на улице, я готов сесть в это, играть. И я буду это хорошо озвучивать, просто потому что сама создает мне настроение. Это супер круто. Применить. О, черт.
О, черт. Я не понял. Я понял. Мне нужен... Сейчас я сделаю, слушайте. Готово. Супер круто, я молоток, не правда ли? У меня такой молоток, всем молоткам молоток, даже автосейв со мной согласен. Сторожевая собака. Кажется, собака привыкла к поезду. Она даже глазом не моргнула, несмотря на жуткий грохот. Ну, может быть, это и нормально. О, черт. Понятно, но нюхом собачка у нас обладает. А где она вообще? Не вижу. А, вот она. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Собака спит. Как говорится, не будите спящую собаку. Ну, это понятно. Эй, да я крадусь. Ну нафига, изыди. Я с тобой драться, может, надо? Нет, не надо вроде. Она, конечно, злится, но преследовать меня вроде бы не собирается. Может быть, чуть позже она успокоится. Черт. Видимо, придется уйти, вернуться и потом как-то смочь ее обогнуть. Странная фигня. Похоже, дверь новая, и тут везде кровь. И чьи-то отпечатки. Прям везде-везде кровь. Ну или просто это сдержанный вариант. Она не открывается. Что вполне логично. Мне, разумеется, нужно пробраться куда-то еще. Может быть, сидящее око мне поможет? Сидящее око не подсказывает ни хрена. Черт. Не думаю, что тут заперто. Но петли явно заржавели. Могут заскрипеть. Это топор. Вы что, серьезно? Возможно, мне нужен топор в таком случае? Интересно, при каких обстоятельствах собака меня чует и слышит, а при каких нет? Так. Как бы переключиться-то? Топор. Где топор? Погодите. Топор. Извините, но вы мне предлагаете утопорить собачку, что ли? Интересно, интересно. Я нашла этот топор в сарае, в саду. Можно с чем-то складывать здесь. Есть и такие функции. Я думаю, что топором... Стоп! Идея! Блин, надо сваливать. Я сваливаю отсюда. Ну и что, что ты меня кусаешь? А я сваливаю. Так, все. У меня есть топорик. Я думаю, что с помощью топорища я смогу что-то сделать с этим контейнером. И тогда, возможно, смогу залезть куда-нибудь. О, сразу автосейв. То, что надо. Так, вот так. Не так. Стоять. Так нельзя? Я что, серьезно? Сбоку есть металлический прут. На металлический прут что-то нельзя топор применить. А сюда топор. Вот. Двигать, залезать. Двигать. Нормальненько. А где мы видим окно? Вопрос теперь. Что-то мы его нигде не видим. Не окно, возможно, а что-то еще. Блин, а. Нифига.
Ладно, сдвину-ка я еще раз, если это возможно. А, нельзя или можно? О. Да, да, свет идет оттуда. Будем двигать, пока оно окончательно не засветится. Интересно, почему не сделали, чтобы сразу все сдвинуть? Наверное, чтобы придать мне ощущение, что я это делаю сам. Ну, вообще, это действительно качественный ход, так делают часто. О, можно только залезать, отлично. А эту штучку... Наверное, это окно. Окно ведет в подвал отеля, да. Можно, я думаю, открыть топорищем. Опаньки, я уронила туда топор. Да пофигу. Ну что могу сказать, пока что задачки решаются супер клево. Я бы даже сказал, очень даже легко. Взять. Топорище. Как я и сказал, теперь у меня есть топорище. Это куча грязных тряпок. Пригодится. Есть теперь тряпки. А, если тряпками вязать топорище и чем-то смочить, возможно, получится что-нибудь. Это ржавая жестянка. В этой ничего нет, пусто. Пахнет бензином. Бензин, возможно, мне, кстати, нужен. Ничем не пахнет. Но внутри явно что-то есть. Может быть, вода? О, ну-ка. А, вода, вода, все. Ничем не пахнет. Проехали. Но внутри явно что-то есть. Может быть, вода? В этой ничего нет, пусто. Ясно, бензин и вода. У меня есть грязные тряпочки. Эй-эй-эй! Пахнет? Да-да-да-да-да, бензином. У меня есть грязные тряпочки. А, нельзя смочить, ха. А если сложить с топорищем? Получается факел, отлично. Факел мы применяем сюда. Круто. А это что? Не знаю, зачем это нужно. Наверное, зажигает что-нибудь. Клево. Да, мы могут засунуть. Ага, поняла. Это что-то вроде зажигалки. Точно. Ага, поняла. Да. И теперь факел сюда. Не знаю, нахрена, но у меня теперь есть факел. Пошли вперед. Здорово, слушайте, нет, это игра просто потрясающая, нет, блин, а, класс. Окей, куда дальше? Ага, вижу. Кровь. Ну, пока что ничего я кроме крови не вижу. Что вас так шокирует? Тут кишки вроде не лежат. Что, факел кончился? Ну, окей. Кровь ведет то ли отсюда, то ли сюда. Ой, блин. Это страшно. Боже мой, это же зажигалка Резы. Что меня особенно во всем этом шокирует. Ой, сейчас еще если эта девочка появится, я офигею. Зои. Эта девочка, она здесь? Найди Эйприл Райан. Спаси ее. Комната. Найди Эйприл Райан. Спаси ее. Она просто исчезла. На экране был номер 201. Наверное, это номер комнаты. Я думаю, она хочет, чтобы я открыл шкаф в номере 201. Интересно, Реза пришел сюда за этим же? Шкаф в номере 201? Блина! Эйприл Райан, блина. Зажигалка Резы. На ней кровь? Теперь у нас есть ДНК Резы. Чушь. Ладно, я не могу заценить это. Зато могу что-то сделать с этим. Это какая-то система безопасности. Кажется, она управляет камерами. Выключить все. Вау, могу их смотреть? Ха.
Это место совершенно чудовищно. Камеры. А нафига мне камеры? А... Ну, черт с ними. Пока что не надо ни хрен с ним. Кто, интересно, вообще мог такую штуковину выстроить тут? И зачем? Так, стоп. Камеры, говорите, да? Я причем могу смотреть на это место. Прочная. Не думаю, что мне удастся ее взломать. А еще, похоже, ее установили совсем недавно. Окей. Maybe... Отмычка. Нет. В таком случае... Ой, я не это имел в виду. Да. В таком случае, maybe мобильник. Нет. Зажигалка. Нет. Ладно, идей больше нет. Значит, получается, я что-то должен был сделать с камерами. Ну что? А, это тоже место с другой стороны. Здесь упал стул. И что-то валяется. Намек ли это, что я могу зайти туда как-то по-другому, может быть? Ага. Блин, не знаю. Применить? О, могу. Ага. Старый добрый взломчик. Так, мне нужно сверху полукруг, снизу такая тварь и... Так, блин, во! А, теперь два таких, один такой и круг. Так, блин, во! Так, полный круг. Это должно быть несложно же. Вот. И теперь как бы показывает вниз с квадратиком и с кружочком. Лина. Это не то. Показывает. Вот она. Чё, опять? Что? Ладно, сейчас сделаем. Получилось! С третьей попытки. Но мне скорее повезло. Были более-менее заметные вещи, которые, ну, как бы сказать, на которые просто падал мой взгляд. Ну-ка. Кровь. Господи, надеюсь, это не... А я думаю, это да. Ну или просто кто-то украл у него зажигалку, а потом... Хотя, с другой стороны, знаете что, я думаю, что он убежал уже отсюда, если такая фигня. Открылась. Спасибо программам Лив, которые открывают замки. Ура! Программы Лив, которые скрывают меня и открывают замки. Окей. Это жуткое место, черт побери. О, ё-ма-сан, там человек. Пицца. Пицца греется. Он придет сюда за пиццей? Серьезно? Это нехорошо. Очень нехорошо. Так, мне нужно всевидящее око. Там что-то готовится. Пицца там готовится, ё-моё. Так, а там кто-то сидит. Кто-то размораживает и греет пиццу. Похоже, она еще не готова. Долго же она готовится. По всей видимости, так и будет. Ну-ка. Если я перепрограммирую таймер, сигнал отключится почти сразу. А, я понял, он сейчас сюда придет. Ах да, пицца готова. Хорошая мысль. Вот тут и стой. Стой там. Сволочь. Ё-моё, вот это игрулина. Так куда я иду вообще? А, вот туда. Ага, стой там. Продолжай стоять. Я, кстати, помню это место, я помню. Это место, я тут разговаривал с одной женщиной. Я знаю этот подъем. Фу. Теперь он меня точно не увидит. Окей.
Ну, судя по всему, да. Да. Я знаю, куда идти, блин. Они очень интересно сделали из этого что-то вроде хоррора. Разумеется, заперто. Я просто не знал эту дверь вообще. Поэтому надо было проверить. Комната, говорите, 201. Насколько я помню, а я... Ой-ё. Она подключена к устройству, которое я видела в квартире Резы. Что эта штука с ней делает? Зачем нужно все это оборудование? Я думал, что это что-то вроде медальона, когда я это увидел в прошлый раз. Именно поэтому я хотел, чтобы она взяла его. Что это за штука? Должно быть, они ее проверяют на этих людях. Так вот, зачем все это нужно? Это не отель, это лаборатория. Серьезно? Хреново. Опять, видите, как ее... Ладно. Она подключена к такому же устройству, как и девушка в квартире Резы. Странно. Да не то чтобы сильно странно. А это что? Зачем нужно все это оборудование? Окей. Ладно, я думаю, что он меня уже не услышит, если я пойду прям так. 201. Это он. Это номер, в котором была девочка. И Эйпел Райн тоже здесь была. 203. Боже мой, как страшно. Боже. О, черт. О, черт. Черт. Черт, меня дери. Черт. Срочно. Откройся. Ё-моё. Черт. Что, куда? Куда ты пошел? Боже мой, я сваливаю. Лин. Куда он? Да блин! Что за фигня? Эй, там кто-нибудь есть? Иди, Куази! Я тебя сделаю... Ай, черт, я тебя, наверное, не сделаю. Черт! 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 Не нарывайся! Да, он меня сделал. А. Ой, блин. Как же я перестремался в этом чертовом месте. Я хотел посмеяться над ними, что они хотели сделать что-то вроде хоррора, но у них получилось выбить из меня дух. Блин. Да, вот теперь мы будем исследовать этот жуткий туалет. Так, она пошла сюда. Во! Ручка. Я сняла ручку. Нафига? Нафига? Ручка. А. 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 Что? Что? Что с тобой? Похоже, она находится где-то в своем мире. Ага. Окей. Если я ручку сюда применю, ничего не выйдет, понятно. Ага. Так, ручка, оконная ручка. Нафига она мне? Где здесь было окно? Окно. Эй. Куда ты пошел? Я буду спрятаться сюда, да. Здесь закрыто. Я попробую применить сюда ручку. Ничего не выйдет. Ха. Это ручка от окна в ванной. Нафига она мне? Может быть... Вот как-то так? Нет. Какого черта там делает этот парень и где он там вообще? Встретится ли он со мной? Вот мой вопрос.
он в туалет вообще пошел. Вот он. Да, он как будто бы пошел в туалет. Надо бы все-таки победить его в честном бою, и тогда... О, ведет обратно. Фига. То есть, просто я его обошел и нормально, да? Да, очень похоже на то. Ладно, а что тогда мне нужно сделать здесь? Опа-на! То, что доктор прописал, как я уже говорил много-много раз. Окно есть, а ручки нет. То, что надо. Ну, хватит, хватит меня пугать. Да-да, я там пройду, я понял. Я все понял. Если бы только у меня была ручка для окна, тогда, возможно, мне бы удалось его открыть. Какая идиотская фраза. Учитывая, что у нее есть ручка. Готово, полезли. Ага, у нас имеется лестница. А здесь пройти... Наверное, нельзя. Вообще, попытка не пытка. Ну-ка, сохранить игру в пустой слот. Нет, нельзя. Черт, даже умереть не дали. Ладно, ладно, полезли вниз. Чего? Стоп, погодите-ка. Вы хотите сказать, что я вообще здесь застрял? Но, стоп, ну, какого... Я не понимаю. Стало светлее, а там не стало досок. Я здесь переждал, что ли, или... Что был-то вообще? Или, может, я пропустил случайно ролик какой-нибудь? Здесь все изменилось. Вообще все... Зачем нужно все это оборудование? Меня сейчас явно кто-нибудь поймает, блин. Какого черта? Боже мой! Какого черта, боже мой? Богатый же у меня словарный запас. Я хочу... Нет, это явно что-то мне не нужное. Так, мне нужно всего лишь пройти по прямой. Пройти по прямой. Это не так много. Да, он там спит, он молодец. Спи дальше. Эта дверь мне не нужна. Мне нужно нечто иное. Мне нужно вот это окно. Старый радиатор. Сейчас, наверное, они используют плазменные нагревательные элементы. Кто они? Вы имеете в виду здесь? Что-то я не видел никаких плазменных нагревательных элементов. Что за фигня? А! Я отсюда вылезаю, я понял. Почему я смотрю? Стоп. Я вылезти хочу. Эй, я... Что за фигня? Мне вылезти надо, ну... Не понял. А, я в режиме просмотра. Или нет? Я ни разу не врубаюсь, что сейчас происходит. 305. Я на третьем этаже. Вау. Вот уж вау, так вау. Заперто. Так вот в чем прикол. Я на третьем этаже. Я не могу спустить... Стоп, зажигалка. Нет, не вариант. Ладно, изучаем дальше. Юмасан! Помоги мне! Он всего лишь хотел, чтобы я ему помог. А я его вырубил. Кажется, он в отключке. Но мне лучше держаться от него подальше. Так, на всякий случай. Похоже на медицинское оборудование.
Не думаю, что эту простыню хоть когда-то стирали. О, у меня есть грязная простыня. Не знаю нафига, но может быть пригодится. 302. Все заперто. Я думаю, я очень, вернее, надеюсь, что здесь уже никого нет. Отвратительное полотенце. И что же, из них веревку, что ли, делать из простыни и полотенца? Очень похоже на то. Но я думаю, туалетная бумага в моей веревке не пойдет. Не пойдет, не пойдет. Так. Окей. А, во. Да, еще одно место, куда одеваться. Не получится. Оборудование. Да, и больше ни хрена тут нет. Ну окей. В таком случае есть предположение, что мне нужно то ли на радиаторе, то ли на окне применить веревку, которую я сделаю сейчас из этих вещей. Ой-ой-ой, так немножечко путаюсь в управлении. Вот так, кажется, нет? Вот так. А, вот так. Да, получилось. Как ты называешь произведение искусства, что мы с тобой создали? А, импровизированная веревка, неплохо. Надеюсь, это веревка достаточно крепкая, чтобы выдержать мой вес. Я очень сильно сомневаюсь. Но с другой стороны, учитывая грим Фанданга, очень даже может быть. Применяем на радиатор. Как бы оно все не загорелось нахрен. Хотя, с другой стороны, это же радиатор в том смысле, что... Не в том смысле, в котором я думаю. Да, все, можно спуститься. Yes. А БХС, я вот так, блин, сделал, но что я даже не понял, что я на этаж выше был. Ну, что за хрень? Почему здесь все изменилось? Я думаю, что в будущем, что ли? Так, ну что ж, привет тебе, номер Мэк Райан. Стоп, как ее? Эйприл Райан. Страшно. Ну ладно, черт с ним, лезем. Как ни странно, именно этот номер изменили мало. Как бы там труп Ризы не оказался, блин. Чувствую я, что там что-то нехорошее. Маловероятно, чтобы был какой-нибудь проход в Аркадию или что-то в этом духе. О, господи. Девочка, она показывала на этот шкаф. Что это может значить? Это не может значить ничего хорошего. Ну что, понеслась! Всего-то? Я уже ожидал вывалившийся труп. Ну да, там Эйприл Райан, этот самый, как его, Кортес, не Кортес, как он называется. В общем, тот парень, с которым мы разговаривали, и вот эта подруга, это да. Это Чарли. А кто эти две девушки? Может, раньше это была комната Чарли? Но почему тогда девочка показала мне на шкаф? Как он связан с этим всем? Вот дерьмо, а! Какого хрена ты тут делаешь? Это моя комната! Возвращайся в... Подожди, я тебя не знаю. Ты кто, черт подери, такая? Ха. Успокоить? Наверное, я попытаюсь его успокоить. Я Зои. Ты что, подружка Винни? Говорил я ему, чтобы бабы его тут не шлялись. Да. Да, да, я подружка Винни, извините. Я не знала, что тут есть кто-то. А где он сам, черт подери? Кто? Винни! А о ком я, по-твоему, мать твою, говорю, а? Да, не знаю. Может быть, ушел? Господи, если он свалил, я ему задницу оторву. Совершенно бесполезная тварь, господи. Слушай, Винни собирался помочь мне выяснить кое-что про одного парня. Его зовут Риза Темис. Темис? Это что за хрен с горы? Винни приволок еще одного халявщика? Ну, что-то вроде. Ну вот, Винни собирался мне помочь, но, может, ты поможешь мне вместо него? А какого моржового мне тебе помогать, а? Ну, я хотела ему заплатить. Но если это тебя не интересует... Сколько? 500, если предоставишь мне информацию о моем друге. Еще 500, если найдешь его. Штука ю... Оу, а ты меня не кинешь? А то друзья Винни меня уже кидали. А что, похоже, что кину? Я не сужу, блин, по... Ну, поэтому, по морде. Вот что-то вроде... Хрен с ним, ладно, согласен. Так как зовут этого засранца?
Резатый, мисс. Он примерно твоего роста, темные волосы, смуглый. Скорее всего, хорошо одет. Был здесь прошлой ночью. Да, мисс, я понял. Я поспрашаю, все проверю. Может, что узнаю. Как мне с тобой, связаться? Сегодня вечером я буду в пределе. Ага, конечно. Нет, серьезно, где встретимся? Может, тебе вернуться сюда часиков в 10? Я закажу пиццу, бутылочку вина. Я же сказала, в пределе. Слушай, милая, да там очередь на 2 года вперед. А чтобы попасть в список ожидающих, нужно быть либо очень богатым, либо очень знаменитым. А ты, милочка, уж извини, явно ни то, ни другое. Да, но у меня есть связи. Поверь мне, я буду в пределе. А твое имя будет в списке. Ты шутишь, да? Правда, предел, долбанный предел. Ладно, господи, я попаду туда. Господи Иисусе, сказала бы ты раньше, я бы тебе бесплатно помог. Блин, просто отлично. Ладно, значит, договорились. Пойдем, я выпущу тебя через переднюю дверь. Там замок на ДНК. Хрен взломаешь. Да, это место похоже на неприступную цитадель. Фига себе. Ну, видимо, так должно было быть. И, видимо, так или иначе, он бы все равно договорился бы со мной. Сохранить пустой слот. Да, продолжим с этого места, я думаю, в следующий раз. Уже задержался. И да, извините, пока не разговаривали, мне что-то пришло ВКонтакте, какое-то сообщение. Я совсем забыл его выключить, видимо. Так что это не у вас, это у меня. Ну что же, до новых встреч. Bye.